Есть огромная надежда. Это у нас за счет Назарбаев университета Болашака, там КТЛов, Нишев и же с ними, да, РФМШ, выросло очень прекрасное, я бы сказал, поколение молодых ученых. Прекрасное просто. Да, ты даже как раз цифру здесь подготовил, что наши ученые попали в 2% топ, который наиболее цитируемых ученых мира попали. Да, это вот Стэнфордский университет делал.